Исполнить песню выразительно и ярко, передать эмоции автора и исполнителя. Как этому научить? Ответ знает участница конкурса «Педагогический талант в искусстве» Анастасия Балыбердина. На открытом уроке побывала Валентина Палкина. В начале урока настройка своего музыкального инструмента – голоса. Первое произведение – колыбельное, и пение должно быть связным, протяжным, а звук – непрерывно льющимся. Работают не только над приемами исполнения. Настроение передает темп, тембр, динамика. Важно определить и характер песни. Нужно обязательно чувствовать, нужно передавать замысел композитора, нужно с помощью своего голоса именно рисовать музыку. Я думаю, у нас будет такая сегодня возможность именно нарисовать музыку, создать музыкальный образ. Как музыка становится музыкой, так определила тему открытого урока Анастасия Балыбердина. От того, насколько владеют исполнители приемами передачи качества музыкальных звуков, зависит яркость художественного образа. Задача педагога – не только сформировать технические навыки, но и научить передавать музыкально-поэтическое содержание. Анастасия Александровна очень добрая, отзывчивая. Она всегда придет на помощь. Если что-то не получается, она подскажет, как лучше спеть, как лучше построить интервал или звук. Городской конкурс педагогического мастерства собрал 11 преподавателей музыкальных, художественных и школ искусств. Опытных и начинающих. Стаж работы у Анастасии Балыбердиной 2,5 года. В чем-то даже себя попробовать, показать то, что вот на протяжении довольно небольшого времени я работаю, что есть уже небольшие успехи, шаги, какие-то чуть-чуть достижения. И я очень люблю свое дело, которым я занимаюсь, и очень люблю детей, с которыми я общаюсь, и наблюдая, как они шаг за шагом становятся музыкантами и исполнителями. А педагог ведет учеников все дальше, помогая проявить себя, добиться успехов. Валентина Палкина, Вячеслав Голиков, «Вести Киров».